Минута ресурсных идей с Таней Шахбандер. Как удержать мужчину рядом с собой? Некоторые женщины специально делают некие энергетические практики, чтобы повысить свой энергетический потенциал и удержать мужа, мужчину рядышком. Знаете, почему этого ни в коем случае делать нельзя? Во-первых, это признак вашей низкой самооценки. А во-вторых, куда фокус внимания, туда и энергия. И когда вы думаете о том, как удержать мужа, вы отдаете энергию ему и возможным конкуренткам. Вместо этого поставьте себе за цель стать счастливой женщиной. Такой счастливой женщиной, с которой вам самой по кайфу. Сделайте так, чтобы вы стали той вкусной сладкой конфеткой, ради которой мужчина готов совершать подвиги. Потому что для мужчины стараться завоевать и удержать женщину, наоборот, здорово. У него повышается адреналин, он начинает достигать больших успехов в социуме, соответственно, у него повышается самооценка, уважение к себе. Поэтому разделяйте женщины, заботьтесь о себе, но не для того, чтобы понравиться ему, а для того, чтобы быть счастливой, и тогда мужчина точно останется рядом с вами. Понравилось? Поставьте лайк, напишите в комментариях свое мнение, жду вас в следующих эфирах. Пока.